Татьяна Храмова, российская актриса, кино «Мисс Нижний Новгород 2005» российской публике стала известна после работы в нескольких популярных сериалах. Ей достаются роли сумасбродных героинь, либо настоящих искусительниц. Именно так видят образ артистки режиссеры. Но в жизни Таня совсем другой человек, милая и отзывчивая. Молодая женщина, по крайней мере, так характеризует ее коллеги. О личной жизни актриса не привыкла говорить публично, но судя по выложенным фото в Инстаграме, в августе 2017 года Татьяна вышла замуж. Ее избранником стал Валерий Муратов. Он не имеет отношения к кино, а на снимках конца 2018-го артистка появилась уже с заметно округлившимся животом. Роды Храмовой состоялись в июне 2019 года. Для этого она выбрала столичный роддом. Поклонники поздравили Таню с прибавлением, отметив, что ее возраст на тот момент женщине исполнилось 30 лет, как нельзя лучше подходит для материнства. Хотя она всегда хотела много детей, еще об одном ребенке артистка пока не задумывается. А вот сынишка, как отметила Храмова, растет точной копией ее мужа Валерия.